В новой одесской полиции проходят усиленные тактические тренировки. По сценарию стражам необходимо унести с поля боя раненого полицейского. Хорошо, дали команду, работаем. Быстрее. Передом идем. Попробовал себя в роли полицейского и губернатор Михаил Саакашвили. Переодевшись в тренировочную форму, он упаковал в багажник полицейской машины раненого и проверял документы у нарушителей правил дорожного движения. Ему даже пришлось побывать в багажнике полицейской машины. Мої враження дуже позитивні. Не важко, але це дійсно така робота поліції, вона складна. Это лишь одно из занятий курса тактической подготовки. Ранее будущие полицейские учились задерживать пьяных и предотвращать случаи семейного насилия. Требования жесткие, да. Ну, тяжело даже больше психологически, потому что мы осознаем ту ответственность, которая вот сейчас на нас возлагается. Очень много надежд в нашем обществе именно на нас. Уже 20 августа первый выпуск полиции выйдет на улицы Одессы и заменит ГАИ вместе с патрульно-постовой службой.